Лом есть. Воу. Сука, с двух сторон. Я на мод. Таки. Их там Санёк, через раз два дня фотку тебе кидану, слышишь что? Мне два дня с колес повязкой ходить. Ну, со швом, ой, со шрамом. И швы сняли, ну, как последний шов сняли. Он сказал, короче, что он меня уже это... разрывать начал там кожу, надо было снимать, типа, уже. Да ладно! Сука. Ох ты! Вот это, что это было? Ну Дарк. ничего, сейчас все будет. Все норм. Вот просто еще вот. Мне больше всего, знаешь, бесит, блин, что я никого прыгнул, не могу из случайно. них увидеть и просто дать в рожу. Вот это меня больше всего добивает. Когда люди выпендриваются и просто. Ты знаешь, что они не приедут, даже если ты договоришься встретиться там где-нибудь в Москве. Это самое печальное. Нет, а... знаешь, что такое? Блин, получение лузов с твоего, например, Батхёрта. Для кого-то это психологическое удовлетворение получил. Да, знаю такое дело. Я на мост. Ах ты. Да, там снопа на крыше. Ну вот, поэтому я на мост. Миган взять, что ли? Бери то, с чем лучше на всего пол подранил. Да разброс, Санёк. А вот как она меня за такое короткое время с ПМГ хивально, у меня у тебя. Твоя готова. Третий жми на курок. Моё конфу лучше, чем твоё конфу, дура. Делай. Вот киллер сзади. Сделаю. Успею. Все отлично. Сзади тебя. А? В курсе. Ух ты. Воу. Прости, это была личная месть. Да, кстати, вот это я тоже. Сейчас, да, давайте забудем, что такое недавно, киллы, да. А тупо будем херачить. Не, на самом. Или меня кто-нибудь подожди. Специально те. Вольнул. Просто. Угу. Спасибо. Сейчас. Вау. Как тебе норм? Вон, смотри. Я тебе Крима нашел. Я прям к нему сейчас приеду. Ай, гадина, добей его. Точка плохая, заедьте на мост кто-нибудь. Отвези меня на мост. Как раз оттуда или ехать. Подожди, на крышах, сейчас. На крышах, на счетчиках, короче. Снайпер. Сука, уходи... снайпер. А, не успел. Ладно. Я уже красный. На крыше. Я понял. Сейчас снайпера буду херачить. Пытаться, по крайней мере. Ой, по мне. Снайпер по у мне. Них кемпер еще тот. Ух ты, да. Кемперит вообще по-жесткому. Тут еще над нами. А, скажешь, ну хорошо, он кемперит, и я буду кемперит. Почему нет? Да? Опа. Ой, больно. Так, да. Ультра снайперы есть? Или бисман вышел? Не, я вышел. Отлично. Ты НХВР снял? У меня Крим вообще не прокачан, у меня даже обычные НХВРки еще нету. А ты не донишь, да, в него? Ты не тот НХВР снял, который нужно было. Нет, я донил, но у меня только на Enforcer все. Делаю точку. Я против вас буду с ближним боем играть. Сука. Например? Сделаю точку. Сделал. Ухожу. Отлично. Ребята, тут уже что-то... Да там... Это мягко сказано.
Воу-воу. Красавчик. Мне тактики, блин, не попал. На точку, ребят, давайте на точку, пожалуйста, побыстрее. Сейчас все будет. Меня тактика их бесит, спину. А сами, блин, какие вы. У меня вообще супчик стынет. Антенна на крыше, точка неблагодарна. Если не успеем, трудно очень будет нам. Камашина. Опять же, ты снайпер на мост. На мосту кто-то уже приехал. Доделал. Нихера вы. Красавчик. Сука. Я последний. Готов. О, ракун опять золотом стал. Уже давно. Да, это же. А вы когда в клан берете, на трит не смотрите? А чё? На трит. Ну, уровень. Там, золото или серебро. Да. Меня вообще взяли, как бы, скажем так. Бронзы, да? Того, что... Нет, меня взяли вообще тэшкой сюда. Я только зарегистрировался, потому что я тут как бы одного знаю. Очень хорошо. Чувака. Связи, связи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош. Наночка, да. Даже ВПБ есть коррупция. Это не коррупция, это связи, личные связи. Связи, да. Так без них никуда сейчас. Вообще. Сука. Убил. А, так, антенна там, где сидел снайпер, грубо говоря. На предыдущей точке. О, Джигурдови. И там снайпер. Ну чё, беру ХВР-ка. Берем. Сейчас закоцу, пробу, по крайней мере. Я тут вольнуть хотят, ай. Яй-яй. Спину, урод. Расстреляли только что. Да, гадина какая. Ну, сука. Просто дико вообще расстреляли. Походу, чё, у вас много времени осталось ещё? Да там дофигища. Есть. С самого начала. Пошли. Ай! Уго! Ого! О-о, ваш, слипер свак ваш? Да. Угу. Ну всё, пиздаем. Отлично. Он минус, давайте. Наверное, на крыше. Так, на точке не... Да, слипер свак минус, давайте, делайте. На крыше тело. На какой, на этой или на соседней? Тебе сказать. Все отлично. А, нет. Там еще один, аккуратно. Ах, видишь, недолго выцелил. А вон они, они. Они сейчас, вдвоем сейчас. По мне стрельнули. Охренеть, меня вдвоем. Вот эта миссия вообще... Бил. Доделываю. Аккуратно там тело идет до вас. Да насрать. Тагнул на мосту снайпера. Только у меня систа не дает. Ты че ты меня к хостерам сразу же приписываешь? Какая нанка? Это обычная оса слушателя. О, 338 вообще. Надо. Испер, что ли, тебе? Это, кстати, вот да, такой день неплохой был, когда вот день зал. Дрота был. Зачем можно было создать? Машину можно взять.
Так. Ну у них горит, ну чё ты? Оу. Тагна. А вас давай нет, объедем, никого. Саня. Ну это Вегас 4 на 4. У меня Долтон так себя не ведет. Зашевелится. Вот сзади обходят. Да, 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 да. Чё ж ты проспал момента? Сука, но... меня вдвоем захерачили. Блин, 3-1-7, говно. Да расслабься, нормально. Забей на игру. Play for fun, not for you. Не, да, я понимаю, но все равно как бы отставать от всех неохота. Да, отряд не заметит потери бойца. Просто не так, твой день, давайте. Не, допустим, до этого была нормальная миссия, сейчас что-то как-то не выходит. Твой головной процессор не вывозит. Ух ты! Это ну нах! Крин! Да блин, ПМГ-ха, ё-моё. Да я рак, вообще просто конченый, все. Удаляй игру мне. Отдавай аккаунт и уходи. Нет. Это аккаунт, что делать вместе со мной. Да я, может быть, этот создам какого-нибудь, ну там просто аккаунт. Блин. Ну, этот дам девчонке играть, если она будет. Сам буду на твинке. Нет, лучше наоборот. Почему? Зачем девчонки? Зачем девчонки начинать сразу со всех приколюх? Лучше пусть то, что ем... прочувствует хардкорность этой игры. Твоем там. Да, она просто, мне кажется, забьет на нее. Ну... И будет пилить мне мозги. Не, у меня один знакомый, короче, посадил свою девчонку, но на иной, правда. Посадил свою девчонку на АПБ, короче. И чё? Ничего. Играют теперь. Я говорю, вы этот. У вас романтический вечер, говорю, это когда два ноутбука рядом там. Такой, ну да, говорит, бывает у друзей берем ноуты, чтобы в одну, типа, поиграть вместе. Истинная любовь. Так да, а чё? Ну так-то, ребят, у нас... Чё-то вы после сливаете. Да, просто вообще люто. Ну у них точка такая. Чё ты... Все на точку скидываешь. Не все. Не все. Ну, половинку. Ну и че, давайте я троих только выйду. Ребят, 40 секунд. Кройте кто-нибудь. Он надали сидит он. У кого-то попкорн машинка. Не надо. Он не попадает. Не надо мне делаю точку. Все. Да ё-моё, как. Грузик. Тихо, эх, снайпер дам. Какой у них, а хороший. Я ухожу, сказал парнишка и в поезд. Да ё-моё, как попал. Ты только жди, я обязательно вернусь. Да ну, не знаю, чё-то, когда мы против них играли, они вообще лохи какие-то, особенно снайпера. Ой, сзади едут. Ща. А че они не выйдут с машины? Ой-ой-ой, хорош. Сейчас в натуре, а там еще как раз это Вундера, которая по-русски чисит. А сейчас у меня еще на нацистку есть обвес. Прикиньте. Ой, класс. Боги клан. Как напишешь? Бомбит от того, что проигрываешь. Так, что будет делать? Бодигвард. Здесь пойдет. А?
Нет, бодигвард взял. У меня виспера нет, у меня здесь сильвератка есть. Это следующее оружие будет. Уже виспера. Едут прям сюда сейчас. А? Да, виспер я на... Кстати, баг такой классный. Я на Крима покупал виспер самое одно. Это было мое первое оружие донатное, которое я купил. Красавчик. И поэтому я задонил сразу, ну, от души, то есть на 5000 G1. Вот, то есть это там что-то около 2000 рублей. Отсюда, и, короче, когда здесь у меня двое. Блин, упал, что же она делает-то, ё-моё. Сука. Убил. Блин. И короче, игрок приседает. Когда... Оружие раздавали на весь аккаунт, то есть если у тебя куплен какой-то донат, то он обязательно будет перманент на весь аккаунт. О, круто. Было, помню, такое. О, сзади! Мэри в хлам, просто в хлам. Идет. Ну и чего? Весь аккаунт. Ну, и мне виспер получилось так, что у меня на Криме было два виспера. То есть у меня один был, который купил я, один был, который мне дали на, типа на весь аккаунт. И чё, получается, у тебя два виспера. И получается, когда я поменял виспер на бодигвард, у меня на Криме теперь есть бодигвард и виспер. ПР второй. А. На копы я купил сильверада. Получается. Нормально. Как... Давай потом напишем матч. Так по-любому. Понял. Вдвоем идут. Чернобыль взять, я не знаю. Любого оружия перестать. У вас что, на киллы, что ли? Нет. Груз. Аккуратнее, там еще один может быть. Или же он здесь будет сверху. Десантироваться. Хорош. Писец, меня с двух сторон. Да, сзади отходим. 3-4-11. Чё за херня? Здесь у нас есть. Пошмак какой-то в Доту 2 пошел. Ладно. Точка. Ах ты ж тварь, забрали груз. Да нереально, он просто, я не могу его перестрелять, я не понимаю. Танёк, сверху, сверху идет. Сколько до конца? 50 секунд. 3 минуты. Так. Ну надо снять. Да ну блин. Не, не моя миссия это вообще. Да мы потому что по одному, они вчетвером идут, а мы все по одному туда бежим. Вот именно, меня сейчас каждый раз валят, блин, либо оса, которую я и забей, но не могу. О, сейчас Элизабет солью. Подожди, пока не сливай. Тань, не беги туда. Подожди, пока мы все подойдем. Ты зайдешь, ее сольешь, и потом мы зайдем и хорошо. 8. Надо просто... Да. Вишенка, просто зайди, сними груз. Все, я уже забежал. Ну да, ну. Я раньше сниму. Минус Элизабет. Зайди просто, кто рядом со мной, просто забеги, прыгай. Сука. Блин, ну как, а? Нет, еще. Да меня еще там есть, вдвоем захерачили. Сейчас я сниму. Давай. Да блин, почему я первый стреляю? Как можно с ПМГ-ки перестрелять-то, ё? Все. Отлично. Здесь не надо стреляться в этот момент. Просто бежишь тупо напролом. Да нет, я выскочил, вот так, и стрейфишь она... и... Стугла, ну блин, я против вашего, как вы его называете, Чернобыль. Добежал до нее, она еще обосралась, там брызнула на ляжке. Так, конечно, я ее там надамашил так, что... Дочь.